Всем привет! Я сейчас нахожусь в отделе с БАДами. Да? Витамины, БАДы, биологически активные добавки в костка. Я прошу, когда вы будете смотреть на вот это, то, что я вам буду показывать, очень важно здесь, то есть это дороже, чем в магазине, но здесь очень важно смотреть на объем. То есть если в магазине вы, допустим, да, купите там за 50 дрожжей, заплатите, например, там $8, то здесь за 200 дрожжей вы заплатите $13. То есть первый взгляд кажется, что дороже, а на самом деле реально получается, что выгоднее гораздо покупать, особенно на всю семью, да, мамам, папам, бабушкам разделить это все, еще раз потом заказать. Вот, так что пошли прогуляемся сегодня, сейчас по биологически активным добавкам и витаминам в костка. Начинаем мы с препаратов, которые улучшают работу суставов, да, и костей. В общем, глюкозамин, хондроитин, очень полезен для суставов. $22, здесь 220 таблеток по 2 таблетки в день. Много их различных вариаций. Вот, в общем, здоровое движение, да, 17,99 сейчас скидка. Здесь 110 таблеток, гиалуроновая кислота в составе, коллаген. В общем, это все, что очень нужно для нормальной работы опорно-двигательного аппарата, да. Не вижу, сколько здесь принимать. А, вот по одной в день. Муфри. Два вида, ультра и простой, $26 и $24.99. Препараты Бифлекс, да, для, опять же, опорно-двигательного аппарата, $19, а этот $16.99, 200 капсул с витамином D3 по 2 в день. То есть это на 3 месяца, грубо говоря, да, прием препаратов. Глюкозамин с МСМ в составе $14.99. Козамин $50. Сейчас на него нет скидки. Он с витамином С и магнезией. 230 таблеток. Принимать не вижу сколько. Тоже, наверное, 1-2 капсулы. Сложно так сходу найти, где написано. Рыбий жир. Рыбий жир, 400 таблеток, 1000 миллиграмм по одной в день. 400 таблеток более чем на год. Чолистов, холистов, не знаю, как правильно, $19. Это для контроля над холестерином. Также рыбий жир, омега, да, дикая, Аляска, 230. Дрожже по одной в день. $20. Омега-3 в чистом виде, 2000 миллиграмм в составе, по 2 в день, $14 сейчас со скидкой. Креветочное масло также. В различных вариантах иммуностимулирующие препараты, да, с цинком, витамином С и Д. Это бузина, да, у нас идет. По 2 в день, $20. Здесь 90 штучек. То есть это иммуностимуляторы. То же самое. 120 дрожжей. Для детей старше, кстати, 4 лет можно применять. По 2 в день тоже $22. Иммунные стимулирующие также препараты. Здесь отдельные пакетики саше, в котором есть вот собраны вот так вот в таком виде витамин С, витамин D3, цинк. И самое главное, что здесь, в общем-то, хорошие дозировки. То есть витамина С 1000 миллиграмм, это просто убойная доза такая. Витамин D средняя дозировка. Хороший комплекс, очень удобно с собой носить пакетики, $16. Еще какой-то только витамин С. Что-то тут помогает иммунной системе. Тут и С, и Д, и В6, В12. Тоже хороший комплекс. 17,89. Кунзима Q10. Это для работы сердца, сосудов, кожи, молодости вашей. Вот Q10 200 миллиграмм, $27.
Это для здоровья сосудов, поддержание сосудов в здоровом виде, $15 состав. Если кому-то вот нужно, я показываю состав, можно паузу поставить, посмотреть. Витамин D3 максимально, ну нет, это не максимально, еще 10 тысяч, но это не, ну такая оптимально максимальная. То есть в среднем рекомендуется меньше пить, 5 тысяч единиц, $12.50 сейчас скидка. Опять же, по одному дрожже, да, 400 таблеточек. На годовой курс вообще за $12.50. Мне кажется, наверное, вот в России витамин D купить сколько будет стоить? Вот. Детские омега-3, еще куэнзимы. Вот все тут. Вот рыбий жир еще со скидкой. Давайте посмотрим. 1400 миллиграмм. 980 омега-3 по одной в день. Здесь 150 капсул, $16. Продолжаем. Это витрина D3. То есть, видите, разные дозировки, разные формы, сладкие, жевательные. Витамины С для помощи иммунной системе. То же самое. Вот это детские витамины. $13. Здесь 290 желеек. От 1 до 2 в зависимости от возраста. С кальцием и D3 витаминами усиленные $13. Вот эти препараты. Кальций, магнезий, цинк. Кальций отдельно. То есть, вот 6.5 долларов кальций с витамином D, 500 таблеток по одной в день, понимаете, да? Здесь у нас аптечки первой помощи, еще детские витамины ежедневные, да, для ежедневного применения, 300 штучек по одной в день, по две в день, $13 в зависимости от возраста. Еще детские витамины, $10, 160 штук, две банки. По две штуки Даня у меня сейчас пьет такие. Взрослые витамины. 160 штук, 10,99, две банки. Принимать по две в день. Вот. Мультивитамины в такой форме. Кстати, я раньше не переваривала мармеладки, а сейчас уже полюбила здесь. $13, 260 штук по две в день. Вот эти витамины хорошие. Смартипан, 180 штук. Единственное, тут от 4 и старше по 4 в день. 12,99 сейчас скидка. И они же есть женские. 240 штук. По 6 в день. 16,99. Витамины для женщин. 220 штук. По 2 в день. $13. Это Центрум. Я его даже снимать не буду. Ежедневные для взрослых витамины, 500 таблеток по одной в день, $10.50. На всю семью купил и раз. Ой. Витамины для беременных, 150 дрожже по одной в день, $15. Что меня не перестает удивлять в США, в Америке, это их ценовая политика. Вот сейчас начался сезон аллергии. Он, к сожалению, к счастью, неважно, начался гораздо позже, чем обычно. Все об этом говорят. То есть у Кирилла мы думали, надо же, у него нет аллергии больше, вспоминали. Обычно это был конец февраля. Сейчас вот конец апреля, у него страшнейшая началась аллергия. Приходили к нам гости, тоже аллергики, у них тоже началась аллергия. И они прокомментировали, что гораздо позже. И посмотрите на цены. Вот сейчас самый высокий спрос на препараты от аллергии, да, и практически на все препараты, что большая редкость, сейчас идет скидка. Зиртек, Кларитин и так далее. Представляете, вот как вот они так, вот они молодцы. То есть, по идее, когда самый большой спрос, они должны повышать цены и зарабатывать на этом. Но они этого не делают, они наоборот делают людям скидки. Вот такая травка, ашвагандра, наверное, $15.50. Мне сказали, что это супер омолаживающее средство, оно и успокаивающее, и, в общем, продлевает молодость. Классная штука, 15,49, давайте посмотрим, кстати, 150 дрожже, принимать по 2 в день, только для взрослых. А это, кстати, классный успокаивающий комплекс. 567 грамм. Калм, тут и магний.
только магний. 18,99. Он классный. Так, это тоже успокоительные препараты. 15,99. Витамин В6, В12, кальций и магнезия. Кстати, суперская штука, будет скидка, я возьму. А для расслабления и хорошего настроения. То есть это просто комплекс витаминов, который помогает расслабиться. Ничего иного. $16. Кстати, 200 миллиграмм, 100 таблеток. Принимать по одной в день. Надолго хватит. Суперская цена. $10.50. 250 штук. Это классный комплекс для волос, ногтей, кожи. Очень нравится. Полный комплекс всех витаминов. Я недавно вот только закончила пить по 3 в день. Классные. Эти же самые витамины в форме жевательной. $9.50. Коллаген. Скидка на него давно не было. $14.50. 390 таблеток. По 6 в день надо пить. Я, кстати, не увидела цену на биотин. Брала со скидкой. Сейчас вот я пью его. Такие вкусные сладенькие таблетки. Их не нужно запивать по одной в день. 250 штук. Мне кажется, он работает. Коллаген еще жидкий. Смотрите, его в напитке разводить. Да? $12. 30 тюбиков. Вот очень удобно на спорт, на работу, на занятия. Развел и целый день потихонечку пьешь себе питательную смесь, которая полезна и для кожи, и для суставов, и для всего остального. Прошу, хочу обратить внимание ваше на вот эти вот пластыри. $14.50, 140 патчей. То есть это вот такие вот примерно, наверное, прямоугольнички. У нас я покупала с лидокаином 4%. Вот он подороже 16.5. Это классное. Или вот такое у нас без лидокаина. Потому что у нас поменьше. Наверное, у меня вот этот. Честно говоря, наверное, у нас вот этот все-таки. Это с лидокаином. Просто я вижу, он по площади чуть-чуть побольше. Реально, вот Саша, Кирилл, где-то спину потянули, они же у нас спортсмены. Накладываешь пластырь, проходит, вот прям реально проходит, он реально работает. Может быть, это, конечно, какой-то местный эффект, но действительно помогает. Вот Кирилл тут потянул спину, на хоккей первый раз пошел. 2 дня на ночь мы делали, и все окей. Еще одно тоже, вот у кого трудности с засыпанием, успокоиться, уснуть крепко на ночь, это Sleep 3. У него очень хороший состав. То есть здесь, во-первых, мелатонин 10 грамм, средний пузырек 5 грамм. То есть здесь достаточно много мелатонина. И помимо этого еще ромашка, лаванда, корень мелиссы, валерьяны. В общем, суперская штука. Мы вот бабушке нашей купили. 15,99. А вот мелатонин обычный, $12. Видите, 5 миллиграмм, 250. Минут за 20 до сна рассасываешь. Это такой естественный помощник. И жевательный, $14. Вот. Здесь уже дальше пошли лекарственные препараты. Аспирины, парацетамолы, ибупрофены. Не устаю пить оды вот этому сиропу. Он просто волшебный, он детский, но я его взрослый человек. Вот был кашель, когда проходит моментально. Нурофен я часто заказывала регулярно из России детской, потому что мне казалось, что другое не поможет. Работает супер. Адвил препарат. Кирилл, когда руку ломал, помогает супер. При простуде отправляем в Россию знакомым уже несколько раз, вот утром и вечером. 8,99, классно помогает. Вот так. Это было так коротко, по-быстрому. Более подробно вы можете у нас посмотреть фотографии в группе Telegram. Информация в инфобоксе внизу в описании под этим видео. Всем спасибо большое, кто смотрел. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Если есть вопросы, пишите, спрашивайте. Не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч. Счастливо. Пока-пока.